Здорово! Давно мы не играли в Гаррис Мод. Наверное, все по нам там уже соскучились. Пойдемте попробуем на наш любимый Рашкинск. Алло, алло, можно 3000 лайков, и я вам еще контент по Гаррису завезу? Опа, родина моя! Готовы к контенту? Пристегните ремни, сейчас будет жестко, поехали! Друг, алло, друг, друг мой, дружок. Че? О, ты приехал! Зачем, Артемыч? Добро пожаловать в Россию, о, домой! О, привет, Россия, ура, Россия! Пошли стволами закупим. Какими стволами? Я первый день в городе. Что это такое вообще? Это какой-то пердун, картофель, блядь. Ну ты знаешь, что имя вообще, блядь, ну ладно. А оно над головой у него. Вот, тут еще Иван есть, нихуя Иван. О, Кама, пуля, сосать. Нельзя недооценивать противника. Молодцы. Щеми, щеми, щеми. Ой, мне в СМС пришла, ты разыскиваешься, Артем, нужно бежать. О, кто-то бежит. Мужик, есть 5 рублей? Сейчас. Ого, ебать, там сотка. Ты сотку дашь? Как и говорилось, 5 рублей. А сотку дашь? Мы можем тебя охранять, можем работать на тебя. Слышь, отъедь от него нахуй. Мальчик, не трогай. Не подходи к Мартину. Не надо так орать. Короче, видите? Того мужика. Убить его? Подходите и спрашивайте. Убить, убить. Это, можно к вам на работу устроить? Блин, черт, придется все-таки работать. Какой работать? 10 тысяч за один рейс, ребята, я готов. Еще биткоин по 5 тысяч. О, биткоины дают в троллейбусе. Погоди, Джим Мартин все это время был рабочим машинистом. Он завербовал нас, Джим. Здорово, я хочу стать машинистом. Как я выгляжу? Че, еще безработно? Блин, че? О, рынок, смотри, рынок. Рынок, ура. Ай, блядь, застрял. Все, спасибо, Мартин. Черноземская лига единоборств некрофилов. Здравствуйте, здесь некрофилы обитают? Так, машина что-то не открывается, но я сейчас попробую. Ой, нихуя, открывай. Ой, как ты вопрос, пацаны. Превратил, давай. Стоп! Пока наш новый друг взламывает тачку, подпишись обязательно на Телеграм, там всякие анонсы стримов и всякие штуки крутые ты, короче, пропускаешь. Обязательно, ссылочка в описании. Не забудь, прям ща нажми и подпишись. А Олег молчун, но его не бойся. Олег нахуй дерется, ты Олег, чё, руки нахуй, по швам нахуй, Олег! Олег, блядь! Пиздатый Олег, я тебя запомню. А, какая-то продавщица за мной бежит. А, да блядь! Ребята, некрофилы убивают! Кого убить? Вот она, ебанутая! Спасибо, спасибо! Чё, может пойдем убьем? Я сейчас тут все нахрен взорву у тебя. Пошел нахуй. О, хорош! Ты где, Моноган? А ты чё? Ты устроился? Нихуя себе. Братан, ты чё? Пойдем, пойдем, ты чё? Не та, не то. Вон, смотри, какая стоит с музычкой, с музычкой. Серафим, брат, как жизнь? Серафим, здравствуй, проверка. А ничего, это твоя машина там припаркована? Да, да, что такое, что с машиной? Не, просто красивая такая, сколько стоит? За лям 200, что такое? Нихуя себе. А, ну, чё, сука, ура! Давай, гони, блядь! Едем быстрее! Сейчас продадим камер за 7500. А ты тут где-то, Моноган? А, я на крыше сижу, не видно ножки мои, что ли? Опа. Здорово. За нами мент летит, пацан. Отдайте мне форточника. Меня почему-то эти админы ты пошли. О, здравствуйте. А что у вас случилось? Ну, это такой пиздец, так вот идешь? Ребята. Мы просто школьник подружились с ним, и он сказал, типа, вот тачку мы спиздили сейчас, и все. Да что там пердуна за банти, он во всем виноват, он все ворует. Ах, вот так вот вы, да? Да мне насрать, вы машину верните мне. Все, нормально все с машиной, нормально? Удачи, брат, удачи тебе, давай. Классная пацаны, тачка, пойдем кстати следующую забирать. Ты че воруешь машины, успокойся. Все, пока не воруй, хоть 5 минут. Бля, пойдем пистолет тогда купим. Блядь, ну какой-то криминальный слишком, Джим. О! Время приключений. О, разгоняйся на всю. Ебать! Блядь, ребята, мне плохо, блядь. Сейчас, сейчас, не шевелись, не шевелись, я вызываю пожарников. Помогите. Отправил смс-ку, помогите. Спасибо. Ну, давай подождем, сейчас приедет. Нет, террорист умер. Давай еще вызову полицию. Помогите.
где? Напиши подробней! Бля! Опа! О, о, сила пошла, мужика! Ладно, я пойду, пожалуй. Мы все умерли! Я стал врачом, выучился, купил диплом! Ты смотри, у меня же есть оружие смерти. Эй, пистуй нахуй! Бля, не хочешь, понял? The next day. Вот так вот оно и происходит в жизни. Не заходишь, не переезжаешь в город, а тут карась. У нас какой-то бабуин репортер с нами ходит. А, это Фуга. О, рынок, заезжай прям в рынок. О, жертва, жертва. О, дави вот это, дави, правильно. Ого, идут, идут. Вот этих дави тоже, дави их нахуй. Бомжи, ебаные. Видели, какая у нас тачка нахуй? Ой, ребят, где я? Блять, ребята, у меня жопа застряла в буквах. Вытащите меня. Давай, давай, я давай. Обещаю, я больше никогда не буду кушать. Давайте, ребят. Ох, ебать, ты хлыстанул меня приятно, как было. Машина такая, нормально. Сука, охуел. Чувак, как на трамвае ездить? Иди вот вперед, вперед по рельсам, иди, иди, там будет это ЖКХ, ебать. Побежали. Да, да, да. Прям вот долго бегите, прям пока не добежите. До конца рельс. Вот, им бежать, короче, вокруг всей карты, потому что это хуйня с другой стороны. Да, да, хуйня. Она вот тут за углом находится. О, здравствуйте. Здравствуйте. Вы выполняете свои обязанности? Да. Ну и правильно. Расскажите, как происходит служба? Хуй пинаю. Че, сколько заработал? Заработал? Да нихуя не заработал, мэр пидорас. Не платит налоги. Деньги не дает. Давай мы его убьем. Тина. Давай, давай. Я а мы за тебя проголосуем. Давай. Да, мы проголосуем, давай, да. Давай, пошли. Да, все, вооружены, вооружен. Говорит, вооружен. Он до зубов, смотри. А схуяли ДПС вообще такие пушки дают? Едем к мэру, брат. Блять, там. Нихуя! Мэр, блядь! Фуга, снимай, снимай все. О, врач, давай присоединяйся к нам. Нам нужен как раз хиллер в команду, брат. Да, нам нужен хиллер. Блядь, Фуга, ты где там вообще торчишь? Что там, пароль знаешь? Алло, алло, алло. Там мэр, 100%, я у них был. Здравствуйте, у нас это экскурсия в школе, можно пройти? Да, я репортер, журналист. Мы воюем в штатах. Да, да, я согласен. Вот, обезьяна. Спасибо, спасибо, ребят. Ну чисто на 5 минут экскурсии. Рома, давай! Блядь, это что, не экскурсия? Я думал, это экскурсия, нет! Не накачивай, не надо! Не надо! Не надо! Не стреляйте! Я всего лишь карась! Карасик, спаси меня! Ребята, может, пойдем в клуб какой-нибудь отметим? Блядь, да хватит глаза выжигать уже! Я сделаю из этого покадровый мультик. Застрелите, кто-то фоткает его. Может, кто-нибудь споет? А то тусклая туса. Я был рыбка, блять, рыбкой. Рыбкой маленькой. Здорово, здравствуйте. Нелегальщина ёбаная. Здорово. Здравствуйте. Кто мы ёбаная? Чё, чё? Нелегальщина ёбаная. А, не, я легальщина, я в 7 классе. Я тоже, я во как могу. Нихуя. Я, знаешь, предлагаю, чтобы офицер Сергей Грусь нам садитесь, пропел садитесь план все. Захвата мэра на этом замечательном пианино. Он охуенный, смотри. Мы, блядь. Нормально, нормально. Давай, давай, пока план идеальный. Все, так и оставляем. Тебя слушает весь давай, мир! Давай. Он вернулся, он уже вернулся, вы че? А, ты тут, а, блядь, он уже упал. Вернись назад! Блядь! Блядь, Джим Артёмович, ты так ксишку. У него за 1000 рублей, поставь 0. Ладно, я на ментовской поеду. Да, я тоже. А, это его, лови, лови этого, лови готово! Стоять, блядь! Стреляй по машине! Это денег. Сейчас не до заработка, брат. Банки опять мэра убили. Мэра убили, ребята. Ура! Наш новый мэр рыба. Блять, я не могу, у меня нет прав, у меня нет 10 уровня. Блять.